Кожное лето у доме, який належить Юровицкому монастыру, шматлюдно. Студенты и архитекторы Белорусского державного университета транспорта уже 10-й год приезжают сюда, как поудельничать в волонтерских работах по обновлению будинка 18-го стагоддя. У весь гэты час гомельские студенты выполняют тут одну и ту же працу, поступово расширяют подвалы монастыра. То есть, подумай, занадто шмат часу надается этому помешканию. Однако за прикладно 250 годов існавання этого будинку пластинец с землей перевысил 1,5 метра. Ранее, как пройти тут, монахам было необходимо сгинаться. Сегодня у вычищенном подвале заховываются нарыхтовки на зиму. Мы помогаем монахам расчистить и ввести в эксплуатацию этот подвал. И памятаючи, кольки тут смети было 10 годов тому, и когда я бачу, кольки зараз смети осталось, да, как подвал стал, скажем так, значит, чистей, им стали корыстаться, именно это не как закинутый подвалом, а как помешканиями господарчим. За гэтые годы гомельскими студентами было зроблено шмат цікавых знаходок. У основном это речи 19-го и початку 20-го стагоддзяў. Частей за все яны не несуць гістарычнай каштоўнасці, але добра передают дух того часу. Буквально час назад нашли штык-нож какой-то. До этого находили тарелки с российскими двуглавыми орлами, то есть ну, всякие находки. Бывает, что собаку нашли, скелет, ну, всякое находим. А кроме работ, у самим монастыры студенты по чарзе помогают археологам, которые ведут раскопки неподалек. У 10-11 стагоддях на соседнем кургане існаваў город. Его назву археологи покуль не раскрывают, а вот с иншими подробязностями делятся охотно. На городище, конечно, за это время было найдено много находок, в том числе находки, которые говорят о том, что это был город, это был не моноэтничный город, здесь было полиэтничное население, это полиэтническое, в том числе и варяги, и скандинавы, и находки есть из Средиземноморья, находки из Поволжья, вот, находки из район Афганистан, Индии, вот оттуда. То есть сердоликовые бусы, коралловые бусы. Сегодня экспедиция нашла осколки старожитного чугуна, який отрымается обновить цалком. Частей за все то, что тут находят, простого обывателя не затекавить. А воз для археологов это соправдный скарб. Вера Котляр, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».